Новости на канале СТВ, в студии Юлия Александрова. Добрый вечер. Начнем выпуск с темы, за развитием которой полгода без преувеличения следила вся страна. Сегодня суд огласил приговор по весьма резонансному делу о жестоком убийстве Юлии Соломатиной. Напомню, трагедия произошла прошлым летом. Уже во время следствия стали известны по-настоящему шокирующие подробности этого дела. Дмитрий Боярович с репортажем из зала суда. Полгода расследования и две недели суда. Об этом Павел Цинявский думал сегодня едва ли. Во время оглашения приговора главный фигурант громкого дела редко поднимал глаза. Суд постановил, первые 5 лет осужденный проведет в тюрьме. Оставшийся срок в колонии строгого режима. Я считаю, что суд как бы выполнил свою работу в полном объеме. Все то, что они проделывали с телом, я считаю, было сделано для того, чтобы не получить максимальное наказание. Возможно, она убегала, тем более обнаружены следы ее крови на входной двери, на ручке и на пороге. Что там было, мы не знаем. Все только с его слов. Я не вправе выносить наказание, у нас есть закон. Но от себя, наверное, чтобы они испытали все то, что вот они проделали с Юлей. Следствие выяснило, Цинявский пьяный задушил девушку брючным ремнем. Причина – 18-летняя Юля отказалась от интимных отношений с ним. Подробности произошедшего позже ужасают. Пытаясь скрыть следы убийства, мужчина начал расчленять тело. Топором попытался отрубить ногу, но у него не получилось. Вторую попытку сделал уже, раздев девушку. Туловище, руки и голова. Все это планировал уничтожить, когда пришла мать. Из показаний осужденного. Приехала мать, увидела эту картину. Я рассказал про кошку. Мама в истерике. Попросил помочь, сказал: «Прости меня, пожалуйста, я не знаю, что делать». Она не хотела, говорила вызвать милицию, но все-таки согласилась на сокрытие. Что я уничтожу, она мне поможет. Позже мать вместе с сыном уничтожили тело девушки с помощью мясорубки. Останки сожгли в лесу. Причем именно за эти действия они не получили наказание вовсе. За само убийство 15 лет. Это максимальный срок по первой части 139 статьи Уголовного кодекса. За то, что Цинявский сжег паспорт жертвы, еще 2 года. Между тем, экспертиза признала женщину вменяемой, точно так же, как и ее сына. Приговор комментирует брат осужденного. Насколько суровый приговор, по-вашему? Слишком сурово. Слишком сурово? А сколько бы вы хотели? Я нисколько не хотел бы. Нисколько бы не хотели? Да. Уже убил другого человека. Что я сделаю? К слову, смягчающих обстоятельств в действиях обвиняемого суд не нашел. Точнее, не посчитал за таковые явку с повинной. Мужчина пришел в милицию уже после того, как его объявили в розыск. Мать с сыном обязаны будут выплатить и штраф на двоих больше 2 миллиардов рублей за моральный и материальный ущерб в пользу матери девушки. Сторона обвинения в полном объеме удовлетворена приговором. Условия отбывания наказания определены также в полном соответствии с позицией государственного обвинителя. Приговор законно обоснованный. Вместе с тем, оценка данного приговора и вынесенного решения будет дана после получения копии приговора государственного обвинителя и ознакомления с протоколом судебного заседания. В протоколе этого дела оказалось настолько много деталей, тяжелых для восприятия, что процесс оглашения приговора занял практически 3 часа. Присутствующие в зале, кроме обвиняемых, заслушивали речь судьи сидя. Один из народных заседателей даже потерял сознание. Вынесенный приговор вступил в силу сегодня, но у стороны защиты есть еще 10 дней, чтобы его обжаловать. Хотя комментировать, будет ли это сделано, адвокат обвиняемого категорически отказалась. Дмитрий Боярович, Николай Синчило, телекомпания СТВ. МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам, находящимся на отдыхе в Египте, не покидать курортные зоны и воздержаться от поездок в крупные города. Такие меры связаны с участившимися терактами в этой стране. В связи с участившимися террористическими актами в Египте, Министерство иностранных дел Республики Беларусь рекомендует белорусским гражданам, находящимся на отдыхе в Египте или намеревающимся посетить эту страну, не покидать курортные зоны и воздержаться от поездок в крупные города страны и районы Северного Синая. Напомню, в Египте сейчас сохраняется напряженная ситуация. Сегодня в одном из кафе города Минуфия, расположенного недалеко от Каира, прогремел взрыв. По меньшей мере 1 человек погиб, еще около 10 получили ранения. А несколькими днями ранее теракты произошли и в самой столице. Один взрыв прогремел в центре города, другое взрывное устройство сработало к северу от Каира. Жертвой теракта стал 1 египтянин, еще несколько получили тяжелые травмы.
На юго-востоке Украины по-прежнему неспокойно. С Донбасса поступают тревожные новости. Начался массированный артобстрел Горловки. Сообщается о жертвах, однако их число не уточняется. По некоторым данным, в одном из районов Горловки в результате попадания снаряда загорелся газопровод. Остановить пожар невозможно из-за непрекращающейся стрельбы. Продолжаются бои и в Дебальцево. Сведений о погибших и раненых пока нет. Однако серьезно пострадала инфраструктура города. Разрушены несколько жилых домов и продовольственный магазин. Между тем, президент Украины Петр Порошенко заявил, что если в ближайшее время конфликт не удастся разрешить, то стране объявят военное положение. НАТО наращивает военную мощь. Альянс увеличит численность сил быстрого реагирования почти в 2,5 раза. Спецподразделение вырастет с 13 тысяч бойцов до 30. Такое решение руководство НАТО объясняет сложной ситуацией в сфере мировой безопасности, в частности, конфликтом на юго-востоке Украины. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, расширение сил быстрого реагирования направлено лишь на защиту стран-союзниц. И передовые войска никоим образом не будут участвовать в вооруженных конфликтах на чужой территории. А тем временем Великобритания увеличит военное присутствие в странах Восточной Европы. Соединенное Королевство направит в Румынию и Польшу около 1000 военнослужащих для обеспечения безопасности этих государств. Забастовка водителей автобусов стала причиной транспортного коллапса в столице Великобритании. Пассажиры, которые ежедневно пользуются этим видом транспорта, были вынуждены пересесть на метро, из-за чего в лондонской подземке образовались огромные очереди. По предварительным подсчетам, акция протеста нарушила планы почти 7 миллионов человек. Отмечу, водители автобусов недовольны условиями труда, а также требуют повысить и уравнять заработную плату всем работникам транспортной сферы. Если руководство отрасли не пойдет им навстречу, подобные забастовки будут проводиться регулярно. Мощные снегопады обернулись для Японии не только стихийным бедствием, но и поводом для масштабного праздника. В стране восходящего солнца проходит снежный фестиваль. Более 200 ледяных композиций представлены на суд зрителей. Это и уменьшенные копии восточных храмов, и бюсты мировых знаменитостей, и скульптуры героев популярных кинофильмов. Кроме этого, гостей фестиваля ждет еще одно грандиозное шоу – ежегодный конкурс на лучшую снежную композицию. В этом году в соревнованиях будут участвовать команды из 12 стран. Конкурсантам всего за 20 часов придется сотворить настоящие шедевры из огромных глыб льда. Екатерина Масионок, телекомпания СТВ. Беларуси и России необходимо восстановить объемы товарооборота. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече в подмосковных Горках в резиденции с руководителем российского правительства Дмитрием Медведевым. Добавим, что в прошлом году объем взаимной торговли составил 37 миллиардов долларов. Цифра меньше, чем в позапрошлом году. И для того, чтобы выйти на новый уровень, по мнению главы белорусского правительства, обеим странам необходимо скоординировать действия. В связи с этим Беларусь предлагает рассмотреть двусторонний план взаимодействия в сфере экономики, который можно было бы принять на ближайшем заседании Высшего Госсовета Союзного государства. У героя нашего следующего сюжета, главы фермерского хозяйства, кроме обычных хлопот об урожайности и приросте поголовья, числятся и отнюдь нестандартные для частного бизнеса заботы. Возить местную детвору в школу за 30 километров, расчищать заснеженные дороги в окрестных деревнях – все это делать Александра Коновалова никто не принуждает. Глава фермерского хозяйства от души старается не только сохранить деревню, но и добиться ее процветания, рассказывает Ирина Недобоева. Глядя на этого энергичного и жизнерадостного человека, даже не верится, что еще 4 года назад жизнь Алексея Шепелева шла под откос. Дурная компания, спиртное. А однажды, встретив своего однокашника в таком состоянии, глава хозяйства Александр Коновалов просто не смог пройти мимо. Предоставил жилье и заставил отказаться от алкоголя. Неизвестно, где бы я сейчас был. Не жалею, что послушал, не жалею, что пришел сюда. Мне нравится здесь, живу здесь рядом. Все меня устраивает, зарплата хорошая. Такой же невеселой участи Александр помог избежать еще паре десятков нынешних своих передовиков. Каждого из них обеспечил работой, зарплатой и крышей над головой. Для меня основная задача, чтобы человек круглый год был обеспечен работой, чтобы за эту работу платилась заработная плата, чтобы заработная плата была достойна для его существования. Работу надо дать тем людям, которые в ней нуждаются. Больше половины, наверное, работающих в моем хозяйстве, люди, которые уже никому не нужны были, они мне нужны, им нужен я. Ну, мы одно целое. Евгений Головня в июле прошлого года с супругой и ребенком переехал в эти края из Донецка. Рассказывает, на работу в это хозяйство его взяли сразу. Александра Коновалова Евгений называет человеком слова и дела. Даже не ожидал, что так будет хорошо. Вот. Мне очень нравится и коллектив дружный,
и работа нормальная. Помог Александр и местной детворе. Им долгое время не на чем было добираться в школу, до которой не меньше 30 километров. Как только мужчина узнал об этом, не раздумывая, купил автобус. Местные жители говорят, при Коновалове, вымирающая еще пару лет назад деревня, жила. В селе спокойно, дороги расчищены, Александр каждому и посеять поможет, и урожай собрать. Смотрю на Александра Юрьевича. Побольше бы нам таких тружеников на селе, и наша Республика Беларусь процветала бы еще больше. Что зависит от меня, я сделаю все, чтобы наши люди проживали в более лучших условиях, и наша деревня процветала и развивалась. Основал фермерское хозяйство еще в начале 90-х отец Александра, Юрий Коновалов. Начинали с 50 гектаров земли, сейчас ее почти 1500. Сын продолжил семейное дело. Он никогда не пенял на отсутствие денег, нехватку времени и неблагоприятные погодные условия. Александр твердо убежден, несмотря ни на что, настоящий фермер обязан уметь трудиться и непременно помогать людям. Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. Наполнение белорусских СМИ, в том числе региональных, качественным содержанием, переход в цифровой формат и оптимизация системы госиздательств. Такие задачи поставлены Министерством информации на этот год. Сегодня в Минске прошла коллегия ведомства, которая собрала в одном зале представителей крупнейших изданий, телеканалов, агентств и издательств. Возрастает роль интернет-вещания. В целях регулирования онлайн-ресурсов с начала года вступили в силу поправки в закон о средствах массовой информации. Как заявила Лилия Ананич, теперь в стране создана по-настоящему действенная правовая база для контроля за распространяемой прессой информации. В прошлом году мы сделали серьезные акценты в правовом поле. Принят закон о средствах массовой информации, который в полной мере применяет меры ответственности к продукции СМИ, размещаемой на интернет-ресурсах. У министерства есть полное основание для того, чтобы активно работать и делать интернет-ресурсы более законопослушными. Мы в прошлом году работали в знаковый год 70-летия освобождения Беларуси. Знаковые темы спортивные, олимпийские, темы, связанные с годом гостеприимства. Мы показали, что можем очень эффективно освещать социально значимые события. По словам Лилии Ананич, стабильно отрасль сработала и с экономической точки зрения. Объем выручки составил свыше 3 триллионов рублей. Но, тем не менее, особое внимание следует уделить обеспечению сферы профессиональными кадрами. Ведь сегодня необходима ответственная и честная журналистика. Подчеркивают это и приглашенные на коллегию гости. Средства массовой информации играют очень значимую роль в жизни общества, несомненно. Они формируют в большей степени мнение жителей, граждан нашей страны. И поэтому от правдивой работы средств массовой информации, от профессионализма работников этой сферы зависит очень много, на мой взгляд. Также сегодня были вручены благодарности руководителям информагентств, печатных изданий и телеканалов. Мы продолжаем ретроспективу событий военных лет. 94 дня оставалось до Великой Победы, 70-летия главной исторической даты 20 века. В этот день, 5 февраля 45-го, бои идут уже на территории противника в районе немецкого Кенигсберга. Севернее и юго-восточнее Франкфурта наши войска с боями вышли к реке Одер и заняли при этом город и железнодорожную станцию. Золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной войны подвиг нашего соотечественника, героя Советского Союза, ефрейтора Семена Пустельникова. Он пожертвовал собой, чтобы задержать наступление вражеских солдат на пограничную заставу. В 2003 году указом президента Республики Беларусь его именем названо одно из подразделений вооруженных сил, которое охраняет наши рубежи сегодня. События тех лет сегодня вспоминают не только ветераны и участники войны, но и те, кто не раз слышал и переживал, как свои собственные воспоминания своих родных. Войну я воспринимаю сквозь призму рассказов своих родителей. Мой отец рассказывал, когда началось отступление немцев, и шли эсэсовцы, и они сжигали все. Мою бабушку Аню обвинили в пособничестве партизанам. Ее забрали в горки, и она была приговорена к расстрелу. Вечером принесли это письмо, которое снимало с нее обвинение в связи с партизанами, и ее отпустили домой. И она в ноябре месяце босиком с горок шла вот в свою деревню. Конечно, это очень страшно.
Это очень страшно. И хочется, чтобы ни мои дети, ни мои внуки никогда не забыли то, что сделали простые люди, наши бабушки, которые столько вынесли на своих плечах. Герои наших материалов – все те, кто помнит и знает о подвиге, совершенном советским народом. Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ. До Великой Победы остается 94 дня. Когда сцена становится жизнью, народный артист Советского Союза Ростислав Янковский отмечает сегодня юбилей. Актеру исполнилось 85 лет, 60 из которых он посвятил сцене. В театре имени Горького им было сыграно больше сотни ролей. Кроме театральной, сложилась у Ростислава Янковского и кинокарьера. Только «Беларусьфильм» выпустил больше 10 картин с его участием. Свой творческий след актер оставил и в российском кинематографе. Правда, как признается сам мэтр, главной страстью для него всегда оставался театр, который захватил еще в молодости и не отпускает по сей день. У меня два дома. Есть дом с любимой женой, с внуками. А есть театр. Это радость, когда ты играешь спектаклями, жена ждет с ужином, видит, когда я с цветами или без цветов прихожу. Но я весь на подъеме. Несмотря на свой возраст, Ростислав Иванович по-прежнему живет сценой. В театре он исполняет главные роли в 4 спектаклях. Свой день рождения по традиции артист проведет на сцене. В юбилейный вечер в театре имени Горького собрались коллеги, друзья и поклонники. Свои поздравления юбиляру направил и президент Александр Лукашенко. Старинные свадебные обряды, сотни съедобных экспонатов. В деревне Мотель Ивановского района открылся уникальный музей хлеба. В экспозиции собраны старинная утварь и приспособления для земледелия. Особое место занимает так называемая обрядовая выпечка – каравай и хлеб господар. Как замесить счастливую жизнь, узнавала Юлия Бешанова. Изначально для каравая тесто замешивали в еже. В этой еже его расчиняли. В деревне Мотель к караваю отношение особое. Обряд, который здесь передается из поколения в поколение, претендует на статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, старожилы говорят, сейчас свадьбы не те. Еще четверть века назад веселье мотоляне гуляли 2 недели. Как здесь говорят, до хлеба месить и выпекать каравай звали самых близких и счастливых в семейной жизни женщин. Весь процесс занимал около суток. Опытные каравайницы рассказывают, бывало, обрядовый хлеб настолько удавался, что для его безопасного извлечения даже приходилось разбирать печь. Каравай расчиняли где-то в 12 часов. И оберегали, чтобы никто не подошел, что-то не влив, не вкинул, не зачаровал в той месте. Сегодня выпечка свадебного каравая практически утрачено искусство. Однако благодаря энтузиастам, кулинарным шедеврам полюбоваться все же можно в Мотельском музее хлеба. В выставочном зале более сотни экспонатов. У Полишуков особый хлеб найдется для каждого события. Самый главный хлеб – это был хлеб господар. Он ложился на главный стол свадебного стола и вел, как бы благословлял свадьбу. Он лежал от начала свадьбы и до конца. Уникальные рецепты, старинная утварь и приспособления для земледелия. По этим экспонатам можно изучать историю искусства хлебопечени в Ивановском районе. Гости музея станут участниками традиционного обряда изготовления и украшения свадебного каравая. В будущем это станет интерактивной частью экскурсионной программы музея хлеба. Плодотворная работа ряда, скажем так, ученых, общественных деятелей позволила собрать здесь многие-многие рецепты именно полесского хлебопечения. И в перспективе предприятие на базе своих мощностей позволит, по сути дела, сделать здесь свой маленький туристический продукт. Крестьяне говорят, жизнь в деревне никогда не была легкой. Но труд земледельца – дело святое. Ведь хлеб, как известно, всему голова. Музей хлеба вечную истину еще раз подтверждает. Юлия Бешанова, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Над обликом Минска и особенно центра столицы будут трудиться творческие группы архитекторов со всей Беларуси. Об этом сегодня заявил министр строительства и архитектуры Анатолий Черный. Речь идет о создании целостного образа Минска. Градостроители максимально сохранят исторический облик центра города, при этом не откажутся и от современных тенденций. У нас и сохранена и
старая застройка, облик сохранен, нет таких выпячивающих наружу зданий. Я все-таки не сторонник больших стекляшек, и вот это вот архитектурное, фасадное дела, вот все, что сегодня делается у нас, я бы все-таки вот для придания облика с такого столичного нашего, как он сложился исторически, немножко вот с фасадами доработал бы. И вот то, что будем предлагать вот в дальнейшем, я думаю, что вот мы поработаем с фасадами. Именно сохранить свою вот такую историческую ценность города Минска. Напомню, тема застройки Минска стала центральной накануне во время обсуждения строительства комплекса «Минск-Мир». Сегодня в городе реализуются несколько масштабных инвестиционных проектов, способных вывести Минск на принципиально новый уровень. О них зашел разговор и во время недавнего большого разговора президента с журналистами. Глава государства поручил придать столице европейский лоск. А чем жил главный город страны? Сегодня в программе «Столичные подробности». Итоги дня в 22:30 подведет Олег Степанюк. Я же на этом прощаюсь и желаю не скучного вам вечера.